С какими знаками зодиака нельзя ссориться, ведь они наведут порчу? По мнению экспертов по биоэнергетике, существует три знака зодиака, которые имеют очень сильную энергетику. И она не всегда светлая. Она может навредить. Так давайте узнаем, у кого очень опасная энергетика. Только для начала советую вам подписаться еще на мой телеграм. Ведь там есть самый точный прогноз на будущее для вас. А мы продолжаем. Первый знак – Телец. Тельцы от рождения сильны в эзотерике. Они хорошо чувствуют энергии, на интуитивном уровне понимают, откуда берутся потоки денег, любви, здоровья и даже пытаются ими управлять. Без знания это выходит не очень хорошо. Но, если появляется сильная эмоция, злость, обида, ненависть, то энергии достаточно, чтобы проклясть человека, даже не зная, как это делается. Второй знак – Дева. Дева любит магию и экстрасенсорику. Из них получаются прекрасные энергопрактики. Освоившись в мире эзотерических знаний, Дева, как правило, несет свет, но попадает в этот мир через черный ход. На освоение магических знаний Дев толкает общество. Если среднестатистический лев после оскорбления рыгнет, козерог лягнет, а рак напьется, то Дева пойдет колдовать. Ну и третий знак. Им легко достаются и еще легче подаются магические знания. Сами по себе они люди, которые уверены, что месть – холодное блюдо. Поэтому, если обидели представителя этого знака, ждите неприятности еще 2 года. К вопросу порчи они подойдут максимально ответственно, изучат магические ритуалы, выберут подходящий и обрушат свой гнев на обидчика. И это Скорпион.